Внимание! Старт! Старт дан. В финале городского конкурса «Лучшие водители трамваев Самары». Всего 9 участников. Они уже прошли отборочные этапы конкурса и теперь демонстрируют свое мастерство в финале. Денис Рябых только в начале карьеры. Водителем работает полгода. Профессия интересная и, что главное, очень ответственная, признается водитель. Поэтому нужно постоянно повышать свой уровень. Это возможность проверить себя и свои знания, свои навыки. Водитель должен всегда повышать свой уровень и всегда стараться что-то новое даже для себя узнавать. В программе конкурса теория и практика вождения. Также участникам нужно сдать приемку подвижного состава, рассказать устройство трамвая и продемонстрировать культуру обслуживания. Всего 5 экзаменов. Это уже 16-й городской конкурс профмастерства для водителей. И с каждым годом выбирать лучших становится все труднее, говорят организаторы. Конечно, уровень мастерства растет водителя, потому что он с ними занимается. Постоянно проходят теоретические занятия, практические занятия. И вот конкурс, конечно, показывает, что да, у нас уровень мастерства водителя трамвая растет. Победитель городского этапа будет представлять Самару на всероссийском конкурсе в профмастерства водителей трамвая, который пройдет в Нижнем Новгороде в сентябре. Лариса Шалафаст, Василий Колдашов. События.